Йоу, я Тавериз, я Наргиз, и мы Тавериз Твинс. И это заключительный влог нашей недели. Сегодня это будет что-то новенькое для нас. Мы собираемся перекрасить свои волосы. Мы перекрашиваемся второй раз в жизни, но первый раз в салоне, потому что первый раз, когда мы перекрашивались, нас перекрашивала мама. Поэтому да, мы надеемся, что все будет очень круто и классно выйдет. Да. У нас, как всегда, проблемы. Мы опять забыли, что мы не сняли деньги с карты. Да, и теперь мы ходим и ищем, где бы снять. И сама слышу, что мы уже опаздываем по записи. Записались в 12, а сейчас 12:20. Класс! Вы не представляете, мы так долго искали этот банкомат, серьезно. Готово. Нет. Нет. Колу или воду? Да, хай. Кстати, тамирисы мы тоже начали делать. Нам сейчас обесцвечивают волосы, что ли? Честно говоря, не знаю, мы не разбираемся в этом. Мне обесцветили волосы. А тамирис только сидит. Посмотрите, что из этого вышло. Мы просто... офигенные. Да на самом деле это мы первый раз, когда перекрашиваемся в светлый оттенок. И вообще-то вот ну, для нас очень хороший опыт, и нам да. очень сильно нравится. Кстати, заметьте, у нас немного, конечно, они разным цветом получились, но не беда. We still twins. Я очень рада. Серьезно, мне очень нравится цвет волос. Конечно, конечно, мы теперь немного разные, и некоторым будет легче отличать нас. Вообще, мы сейчас пытаемся найти, где бы нам покушать вкусно, потому что мы очень сильно проголодались. Вы помните, да, что мы показывали время, и было 12:30, когда мы шли туда. Сейчас 19:30. Ну, вы понимаете, да, сколько мы там сидели. Охота прокатиться на этой карете. Вау, я хочу туда. Пришли в какое-то место, кафешку. Эй, мы покушали, неужели? К сожалению, этот влог подошел к концу, как и наша неделя влогов. Надеемся, вам было интересно следить за тем, чем мы занимаемся всю неделю. И если это так, то поставь большой палец вверх, напиши в комментариях плюсик, если ты хочешь, чтобы мы сняли еще одну неделю в дальнейшем. И также не забудь подписаться на наш канал, а мы с вами увидимся уже совсем скоро. С вами были ваши любимые Тавериз Твинс. Пока!